Ну и поговорим мы сейчас о том, как власти реагируют на полдень против Путина и какие вообще ожидания от этой акции с политологом Федором Крашенинниковым. Федор, здравствуйте. 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 А у вас шкаф наклонился. Это шутка. Да, тут один человек держит. Разве? Это, наверное, просто картинка такая. Федор, немножко камеру протрем потом. Белого, так, хотел спросить, Федор. Да можно на «ты», мы не скрываем, мы знакомы. Да. Федя, скажи, пожалуйста, как ты относишься к акции «Полдень против Путина» и реакция российских властей? Как ты ее оцениваешь? Удивила она тебя или нет? Насколько это все их нервирует и тревожит, судя по тем заявлениям, которые сейчас мы видим, и по тем действиям, которые они осуществляют? Я думаю, что на самом деле их тревожит любая протестная акция и превращение голосования в повод для протестной акции, это, безусловно, то, что их тревожит. Я не думаю, что они переживают, что это как-то их портит им результат выборов. Я не думаю, что это как-то их прям пугает, что вот что-то пойдет не так. Но сама по себе протестная акция, она, конечно, их пугает. Я не знаю, как они с ней будут бороться и будут ли действительно это вполне легальное мероприятие посещения избирательного участка. И опыт показывает, что люди гораздо охотнее участвуют в легальных мероприятиях, чем в нелегальных. То есть, если бы всех призвали выйти там на главную площадь, я думаю, что это бы не пользовалось большим успехом. Это страшно. А прийти на участок – это законное право каждого гражданина России. Поэтому это ставит, конечно, власть в дурацкое положение. Или надо устраивать какие-то безобразия на участках, что испортит их же, так сказать, выборы, которыми они собираются гордиться. Или игнорировать эту акцию, ну тогда, а вдруг там очень много будет людей, что они будут с этим делать. Я думаю, что неопределенность главным образом раздражает. И, ну и вообще, повторюсь, любая протестная активность. Федор, скажи, пожалуйста, конечно, главная тема последних дней – это нападение на Леонида Волкова. Уже многие официальные лица Литвы высказались, президент, глава министерства, отвечающего за безопасность, все указывают на то, что это каким-то образом организовала Россия. Скажи, пожалуйста, что ты про это думаешь? Это покушение, акция устрашения, это какой-то способ сказать, что Владимир Путин сказать, что вот он присутствует везде, его руки могут дотянуться куда угодно. Как ты вообще видишь себе произошедшее? Ну, вообще, это, конечно, ужасное событие. Мы с Леонидом много лет знакомы, и я знаю его семью, и прочитал это, я, конечно, был в ужасе, потому что меня, на самом деле, били два раза в подъезде дома, подстерегали, это еще было в 2000-х годах, и я понимаю, насколько это ужасно, больно, неприятно, и главное, насколько это психологически тяжело. Собственно, это и расчет, потому что если человек приходит домой, он чувствует себя в безопасности, расслабленным, и тут на него набрасываются, его бьют, это унизительно, это больно, это даже надломить человека. То есть это такой элемент психологического террора, и понятно, что исполняют его не какие-то герои России, не орденоносцы, это, скорее всего, традиционно такие вещи поручают каким-то криминальным персонажам, которым, в общем, все равно кого. Выйти, наверное, по цепочке на заказчика будет сложно. Насколько я понимаю из того, что пишут литовские органы, они, в общем, тоже склоняются к мысли, что это какого-то криминальных персонажей наняли за деньги. И это тоже часть стратегии запугивания. Да? То есть вы думаете, что за вами приедут там Чипиги и Мишкины? Нет, какой-нибудь вот хулиган деревенский с молотком придет по вашу душу. Это вполне себе такая довольно эффективная, как мне кажется, стратегия запугивания. Я вижу, насколько многие испугались, напряглись, даже включая традиционно больше всех боятся те, кому нечего бояться, потому что очевидно, что Леонид Волков – это не рядовой активист и не рядовой журналист, это все-таки человек с большим статусом и внутри команды Навального, и в оппозиционном движении, с большими связями, с большой ответственностью, собственно, поэтому он и стал целью для этой атаки. Но в целом, конечно, это все довольно печально, потому что с этим бороться нельзя. Как вот нельзя бороться с индивидуальными джихадистами, то есть когда какой-то один человек сходит с ума, хватает нож и начинает бегать по толпе или там что-то делать, давить людей на машине. Его невозможно заранее вычислить, так и здесь. То есть вычислить, в какой момент по цепочке заказ доходит до какого-то гопника сельского, ну, наверное, никакая полиция это не сможет, если только там нет внедренных каких-то людей. Но что это значит? Ничего это не значит. По большому счету, и я знаю, что и Леонид, он всегда
подозревал, ну, жил с мыслью, что это всегда может случиться. Я думаю, что и вы, и я, и все остальные, кто хоть что-то делает, мы все не должны, у нас не должно быть никаких иллюзий, что нас не найти, не поймать, не подстеречь. В этом ничего, к сожалению, нового нет. И это, конечно, очень грустно, особенно для родных, близких, потому что одно дело, что страдает человек, который сам это случилось. Мы все знаем, что он довольно мужественный человек, и он, я думаю, все это перенес стоически, но я общался с его матерью и понимаю, что как тяжело, и по своему опыту знаю, что тяжелее всего приходится окружению, да, семье, видеть вот окровавленного дорогого человека, и весь этот ужас переживать, что оказывается ваш дом, и вы живете, не кто-то прокрался с молотком, ну, в смысле, рядом на участок, это, конечно, все ужасно. Я поэтому, естественно, все эти дни переживаю за Леонида, за Аню, за их семью. А, да, мы тоже солидаризируемся с тобой. Абсолютно полная поддержка Леониду, скорейшего выздоровления, и ждем его скорее на работе. Я тебя хотел спросить, Федор, много сейчас дискуссий, ты много высказывался на самом деле, то есть я ничего нового сейчас не спрошу, но просто чтобы это проговорить еще раз. Вся вот эта вот дискуссия, вся эта хрень, которая звучит по поводу, а может быть нам всем все-таки, и пока еще есть время до открытия участков, вокруг одного кандидата сплотиться и накидать, Кац и его сторонники называют Дованкова таким кандидатом, умеренные левые, те, кто внутри России находятся, делают ставку на Харитонова. Я вижу, как вокруг него бегает Бондаренко и все какие-то спикеры, остающиеся в России коммунистического толка. Вот все эти истории, как ты прокомментируешь, почему, на твой взгляд, не имеет смысла никакое объединение вокруг единого кандидата на этих выборах, и не стоит на это вообще распыляться? Или, может быть, ты с этим сейчас уже не согласился и поменял свое мнение? Просто выскажись, пожалуйста, по этому вопросу. Это очень сложный и большой вопрос, не знаю, сколько у вас есть времени на это. Но смотрите, если бы мы рассуждали с точки зрения умного голосования, то, конечно, нам бы пришлось выбирать между Харитоновым и Слуцким, потому что это представители парламентских партий, а в рамках вот этой путинской системной политики представители этих партий обречены набрать какой-то процент голосов. То есть у них уже есть некое органическое ядро избирателей, которые они в любом случае получат, потому что, ну, вот они давно сидят в Думе, на всех выборах участвуют, и теоретически, если бы вокруг кого-нибудь собираться, то надо было кого-нибудь из этих двух мерзавцев выбрать и вокруг них, зажав нос, сплачивать. Но здесь есть, так сказать, проблема. Да? Проблема заключается в том, что, ну, мы с вами находимся по другую сторону границ. И для меня, и вообще, и, наверное, в каком-то другом моральном пространстве, потому что в условиях войны вот этого всего кошмара я не могу агитировать ни за Слуцкого, ни за Харитонова, даже если, так сказать, это вот, ну, чисто технологические кандидаты. Очень многие люди меня не поймут, вот даже здесь, в Европе, я думаю, особенно в Литве, подозреваю, что попытка агитировать за Слуцкого или Харитонова вызвала бы массу вопросов, да, и вполне понятно. Что касается Дованкова, то это какой-то максимально бессмысленный кандидат. Во-первых, он уже участвовал в выборах мэра Москвы. Я не знаю, почему на нем не потренировался Кац раньше, но вообще-то на выборах мэра Москвы он занял предпоследнее место. Поэтому делать вид, что это какой-то суперуспешный, там, харизматичный человек, который имеет собственную поддержку и стоит его немножко докрутить, и он там всех порвет в тряпочку, это вообще глупо, это самообман. Дованков – пустое место. Но проблема Дованкова еще и в том, что это не то чтобы совсем пустое место, это личный проект Кириенко, да? Потому что Кириенко хочет уничтожить эти традиционные партии, ну или Путин хочет, которые ему достались в наследство, то есть КПРФ, ЛДПР. ЛДПР сейчас уже практически уничтожен, потому что без Жириновского она превратилась непонятно во что, и Слуцкий – это человек с харизмой табуретки, он близко не похож на Жириновского. С коммунистами сложнее, у них есть какой-то органический электорат, и хотелось бы их потеснить и доказать, что они больше не вторая сила в России. Как это сделать? Вот они вырастили этого гомункулюса в пробирке, новые люди, и пытаются их навязать. То есть я думаю, что в идеальном плане Кириенко это бы выглядело действительно так, чтобы можно было вот показать, что смотрите, как хорошо проголосовали за Дованкова, за новых людей, я какой удачный проект придумал, теперь они вторая партия, ну то есть, а так как они полностью созданы администрацией президента, получается, что вторая партия – администрация президента. Но этого, конечно, безусловно, не будет, потому что есть свои лоббистские возможности у Слуцкого, есть возможности у коммунистов. Поэтому я думаю, что сколько получит Дованков, вообще мало зависит от того, сколько там кто за него будет голосовать, как и вообще итоги этих выборов.
а распишут проценты в администрации президента, исходя из своих представлений о том, как оно должно все выглядеть. То есть вот Путину отпишут, сколько он там хочет, а все остальное поделят между этими партиями, чтобы им что-то сообщить. Поэтому вся вот эта трескотня «давайте за кого-то проголосуем», она, конечно, самое главное, я сейчас скажу, строится на том, что вы исходите, ну, те, кто агитирует, из того, что есть техническая возможность так проголосовать, что это отразится на итогах выборов. Я уж не буду там повторять заклинания про ДЭК, но есть ведь еще более интересный ресурс. Там 4-7, что ли, миллионов жителей вот этих оккупированных украинских территорий, которые якобы все являются избирателями. То есть это голоса, которые можно просто всыпать в любое запутанное, без, даже без каких-либо дегов. Да? Скажут, люди на участке пришли и проголосовали. Эти люди, может, уже погибли, сбежали, уехали. Но то есть в этой ситуации серьезно выстраивать теории, что вот мы все как-то так проголосуем, что они прям ужаснутся, у них развалится вся схема, и будет второй тур и так далее, это просто даже не бред, это ложь. Наглая, циничная ложь людей, которые прекрасно понимают, что вот, я не хочу никого обвинять, но то упорство, с которым идет агитация за вполне конкретного кандидата, наводит меня на грустные мысли, что это, возможно, как-то связано с какими-то интересами или договоренностями. Угу. Федор, скажи, пожалуйста, помнишь интервью с Такером Карлсоном, которое было, в принципе, не для нас, а для западной аудитории, он там посылал месседжи, и вот он сейчас, накануне выборов, дал огромное многочасовое интервью Дмитрию Киселеву, где проговорил какие-то свои представления о мироустройстве, о том, каким должна, какой должна быть Россия. Что ты можешь сказать про это интервью, про его адресатов, возможно, кому оно было послано, и что из него можно подчеркнуть, какие выводы сделать, потому что многие политические аналитики, заткнув нос, заткнув уши, все равно смотрят это, чтобы понимать, куда движется Путин, о чем он сейчас думает, какие у него планы. В общем-то, что из этого интервью подчеркнул ты, и чем можешь с нами поделиться? Ну, я из этого интервью не могу сказать, что я подробно изучал, потому что Путин давно уже ничего нового не говорит на самом деле. И оно действительно адресовано не Западу и не нам, оно адресовано каким-то вот, не знаю, может быть, это такая газета «Аргументы и факты» для агитаторов, кто должен агитировать там за Путина, вот им же надо дать ответы на все вопросы. Вот Путин им дал. Меня, честно сказать, в этом интервью больше всего поразило, насколько Путин даже не пытается понравиться. Он сидит в каком-то полутемном кресле. У него, вот у меня тоже лысина светится иногда, да, но я же не президент России, я не в студии сижу. А он как бы, понятно, что можно было выставить цвет как-то так, да, по-другому. А он сидит вот так в каком-то дурацком костюмчике темном, на него там на лысину светит лампочка, он периодически там руки разглядывает, как-то сидит неказисто. То есть это не то, что какой-то президент, вот, допустим, когда он с этим Карлсоном говорил, он хотя бы старался. Ну, то есть как-то он там сел, там, ну, может, это Карлсон так распоставил. А тут ощущение, что ему это все не очень надо вообще, абсолютно. Что, ну, вот, ну, хотите, пожалуйста, я сяду, посижу, поговорю вот с этим, значит, Киселевым дурачком. Ну, вот он сел, вот посмотрите, даже вы показываете картину, обратите внимание, как у него лоб светится. Это вообще нормально, нет? А просто плевать. То есть это ситуация, что вот ему абсолютно наплевать на то, как это вообще все выглядит. Как в старом советском анекдоте про этого Никиту, как его, Сергея Михалкова и гимн Советского Союза, стихи-то дерьмовые, а слушать будете стоя, да? А петь вы их будете стоя. Ну вот, собственно, и здесь. Поэтому здесь скорее надо, ну, констатировать, что он, ну, уверен в себе, к сожалению. И это то, что он посылает всеми своими интервью, нам, нас посылает, конечно, и нам посылает месседж, и своим избирателям, и чиновничьему аппарату, что вообще все под контролем, все хорошо, извините, он знает, куда ведет Россию, у него есть ответ на все вопросы, видение какое-то у него есть, он все знает, владеет всей информацией, оружие у нас лучше, чем у американцев, с экономикой у нас все хорошо, демография растет. Ну, то есть люди, которые не склонны перепроверять услышанную информацию, для них это все так вот бальзам на рану. Те, кто любит перепроверять, но тут мы, так сказать, самозакругляемся, да? Те, кто любит проверять, они не любят Путина. Им уже с Путиным все понятно, он постоянно врет. Поэтому я закончу на том тезисе, с которым я, в общем, довольно давно уже выступаю, что каждый раз, когда мы пытаемся анализировать выступление Путина, надо исходить, что он вообще не для нас выступает. То есть вот мы не аудитория его творчества, и наше раздражение, хихоньки-хахоньки его абсолютно вообще не занимает. А свой электорат, вот тот возрастной
или там какой-то мотивированный, или чиновников подобострастных, или силовиков зависимых, и бюджетников. Им вот такой дед, образ вот этого ворчливого деда, он вполне, так сказать, они сами отчасти такие, он им нравится в таком вот неказистом виде, от которого нас может там... Я вот тут недавно у себя на канале записывал подкаст про португальского диктатора Салазара, который 40 лет в Салазаре в Португалии. Тоже был такой дедушка без какой-либо яркой харизмы, без... и не старался даже. Зачем? Так все работает, вот он сидит в креслице и что-то такое хе-хе, так сказать, рассказывает. Кому-то нравится, а кто-то, а кому не нравится, ну, не слушайте. И, а лучше уезжайте из страны. Вот так. Федор, и напоследок не могу не спросить. У нас есть такая тема в передаче, которая кочует из выпуска в выпуск. И хочется с тобой тоже это обсудить чуть-чуть. Тем более, и повод появился. Сегодня в помоечных телеграм-каналах появились новые фотографии Анатолия Чубайса. На этот раз он был запечатлен на Кипре, даже видео вот какое-то сняли, как он там с кем-то разговаривает, что там происходит. Хочется с тобой это обсудить. Что ты вообще думаешь про судьбу Анатолия Борисовича Чубайса? Как ему, много лет работавшему чиновником у Ельцина, у Путина, помогавшему Путину долгое-долгое время, как ему удалось и уехать за границу, и не попасть в опалу Владимиру Путину, не попасть под санкции, и, в общем-то, жить достаточно как будто бы неплохой жизнью. Как ты думаешь, у него такое вышло, и чего, по-твоему, он был бы достоин? Ну, я думаю, что у него очень большие связи. К сожалению, в каком-то смысле иногда, и к счастью, в нашем мире очень многое зависит от связи. Человек с большими социальными связями может добиться гораздо большего, чем человек без таких связей. А учитывая, что Чубайс многие годы занимался международными отношениями, финансами, экономикой, чем угодно, у него колоссальный уровень связи с западной элитой, и я думаю, по этим связям он себе пробил, так сказать, и какую-то вот неприкосновенность. Тем более, что, опять же, после того, как сняли санкции с Аркадия Вожа, который, извините, своими руками подарил чекистам Яндекс, а теперь оказался израильским бизнесменом с казахстанскими корнями. Чему удивляться на самом деле? Чубайс в этом смысле не выглядит для них, для каких-то вот циничных западных элит, совсем уже конченным. При том, что у него ведь есть товар, который можно очень хорошо приторговывать и очень выгодно, а именно типа посредничество. Ну, типа раскол элит, понимаете? А вот случись раскол элит в Москве, с кем вы будете там разговаривать, через кого? А тут вот есть у нас, значит, я думаю, что вы еще знаете несколько таких людей, да, там Алексей Венедиктов, еще какие-то люди, которые буквально вот это ему и торгуют, что у нас вот есть связи в Москве, понимаете, мы и тут, и там, и если что, то мы там и туда что-нибудь можем сказать, и оттуда какие-нибудь весточки принести. Я Чубайс с умным видом своим западным собеседникам рассказывает, что какие-то свежие сведения из Москвы, из высших кругов. И это, извините, не профессор Соловей. Знаете, если бы передо мной сидели профессор Соловей Анатолий Чубайс и рассказывали что-нибудь на тему, что сейчас происходит в Кремле, я бы, наверное, все-таки больше поверил Чубайсу. Ну, во всяком случае, хотя бы потому, что он хотя бы в теории это может знать. Да? А представьте себе, как это выглядит. При том, что он не разменивается на какую-то попсовую вот эту вот болтовню. Да? Он не пошел по пути многих, когда люди там с большим статусом раньше теперь занимаются тем, что с утра до вечера что-нибудь рассказывают в Ютубе, как мы с вами, простые смертные. А он ничего, нигде не выступает. Он молчит. Но, во-первых, он боится, потому что начнешь выступать, тебя что-нибудь спросят, ты что-нибудь скажешь, а потом к тебе убийца придет с новичком или с молотком. Поэтому он помалкивает. А с другой стороны, я думаю, что это часть стратегии. Он и ничего вроде как не говорит, но какую-то деятельность он ведет. Не думаю, что он, кстати, не в опале у Путина. Просто мы не до конца понимаем, чем он занимается. Я слышу, что он там какой-то центр хитрый создает и пытается тоже впрыгнуть вот в эту историю с транзитом власти, готовить какие-то транзитные вещи и прочее, прочее. Кстати, очень популярная тема, сейчас многие этим занимаются, поэтому... А чего он достоин? Слушайте, я бы хотел, чтобы такие люди, как Чубайс, Волош и вообще все прочие, которые имели доступ хоть когда-то в ближний круг Путина, может, очень давно, чтобы прежде чем получить отпущение грехов, они очень подробно покаялись, а именно подробно рассказали, как это все проходит, с кем они там совещались, как принимались разные решения, кто вхож был, кто не вхож был. Это помогло бы восстановить картину принятия решений при путинизме.
Очень жаль, что этих, безусловно, информированных людей никто ни о чем не хочет расспросить, причем желательно в условиях, когда они должны были отвечать. Или их расспросили. Такое тоже может быть. Может быть, он уже все сдал, кому надо, и поэтому ему выдали охрану и возможность существовать, например. Такое тоже может быть. Спасибо большое. Спасибо. Федор Крашенинников, политолог, был у нас в гостях.